Молчишь, значит. Ну ничего, в колонии тебя быстро научат отвечать. А, кстати, ты слышал про мордовские лагеря? Ну, а семье тебе не жалко? Подумай о сыне, что с ним будет. Ничего не будет. У него бабушка есть. Бабушка. У твоего сына есть гражданство, и он, скорее всего, останется здесь. И его отдадут в детский дом. А бабушка твоя по закону уедет на родину. Ну что вы не понимаете? Это же ошибка. Я ничего не делал. Пожалуйста, не трогайте мою семью. Пожалуйста, я вас прошу. Хорошо, не трогать, говоришь. Тогда скажи вот мне что. Я знаю, что 9 лет назад ты работал в фирме «Византия». И ты был в команде, которая ремонтировала спортзал в школе 1497, который в Свиблово. Да, я в Свиблово работал. Там школа была, да. Потом неделю ушли, потому что начальник не платил нам, и мы с Тиграном открыли свое дело. Дело? Тоже мне бизнесмен. У вас лицензии даже не было. Бизнесмен? Просто дело. Скажи, ваша компания работала по этим адресам? Не помню, мы много где работали. Послушай, вот видишь, ты связан как минимум с двумя жертвами. Не мог знать трех других. Тем более, твоя кровь на шее жертвы. И у тебя нет серьезного алиби на момент смерти Елены Комаровой. Я же вам говорю, там она помогла, я... Ашот, послушай меня. Все улики против тебя. Мой тебе совет. Напиши признание, и суд это учтет. Татьяна Юрьевна! Татьяна Юрьевна, беда! Беда! Зинка и беда! Ильинична, спокойно, с какой Зинкой? Та девочка молоденькая, с нами работает. Пропала она. Как пропала? Зинка на работу с утра не вышла, телефон выключенный. Мы думали, ну мало ли, заболела или загуляла где-нибудь. Не нервничай ты так, Ильинична. Ну, может, правда, пошла в ночной клуб, познакомилась с парнем, заночевала у него. Лет-то ей сколько? Да 15! Конечно, у них 15 лет ветер в голове. Нет, Зина не из таких, она ответственная. Так, а родителям звонили? Она в Москву из Рязани приехала. Из дому сбежала к парню какому-то, а он ее по матросил и бросил. Понятно. Да сволочь он, как все мужики. Так, фотография у тебя ее есть? Татьяна Юрьевна, я вам точно говорю. Случилось что-то. Район у нас, сами знаете, неспокойный. Еще маньяк этот. Я ей даже баллончик дала. Так, Ильинична, ну не нервничай ты так, а? Займусь этим делом. Давай договоримся. Ждем до вечера. Если она до вечера не появится, ты мне звонишь. Хорошо? Шу. Да не волнуйся. Успокойся, ты, Ильинична. Ну то, что, да все хорошо будет. Сереж, Сережа. Чего? Так, а это что здесь делает? У Татьяны Юрьевны к тебе серьезный разговор. Так, мне не 5 лет, чтобы меня ментами пугать. Вот этого человека видел? Я с чурками не якшаюсь. Послушай, да не спрашивай, а якшаешься ты с ними или нет. Я говорю, видел его? Может быть, и видел. Различишь их? Они все на одно лицо. Его зовут Ашот. Он утверждает, что вчера в парке его избили скины. И чё? Ну что это за и чё? Прояви, пожалуйста, уважение к представителю мать, власти. Мать, и вот так всегда. Никто ему не авторитет, никто ему не указ. А потом в обезьяннике ночует. Мать!
Чего она на меня бочку катит? А бочку я на тебя гоню, потому что тут один заводила по всему району. Со своими мигрантов избиваешь. И чем я теперь, я не понял, за весь район отвечать? Ну хорошо. Но если это не ваше, может, ты знаешь, кто? Так, 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 нашла стукача. Иди отсюда, вали. Подержите, пожалуйста. Татьяна Юрьевна, что вы делаете, Сережа? Ничего, ничего, не волнуйтесь, он у нас мальчик крепкий, да, Сереж? Пошла психованная! Слушай, прояви уважение к матери, а? Видела что-то или нет? Я не знаю его имени, я тогда в парке с ними гулял. Ну? Их двое. Они бутылки кидали. Мало того, что понаехали, не пойми откуда, а тут еще мусорит тут. Ага. Хорошо. И ты решил восстановить справедливость, да? Поймали мы одного, которого на фотографии. Ну, помяли его немножко и оставили. Ну вот, хорошо. Благодарю за содействие. Ты очень помог следствию. Не за что. До свидания. Сереж! Сереж! Ой, мать! Ну, Сереж! Отстань! Тебе больно? О, Татьяна Юрьевна, здравствуйте. Ой, привет. Хотел вас спросить, как ваше расследование? Ничего, ты знаешь, продвигается. А что? В общем, вы меня извините, но мне тоже расследовать охота. Краснов мне всякую ерунду дает. Нет у него доверия к стажерам. Ну, послушай, у него никогда никому доверия нет, так что расслабься, Макс. Да, ничего, что я так тебе, Макс. Нет, наоборот, очень хорошо, что Макс. А то Николай Иванович меня только стажер Давыдов и зовет. Постоянно намекает, что я не настоящий сотрудник, а так, знаете. Хорошо, сотрудник, а от меня ты чего хочешь? Хочу. Возьмите меня в помощники. Хочу что-то серьезное расследовать. Ну подожди, у тебя же есть серьезные. Ким Дэн. Ну вот расследуй. Татьяна Юрьевна, ну это скукотень, ну честное слово. Сижу в кресле, обзваниваю родных. Ну мне бы что-нибудь посерьезнее. Ну. Хорошо, я тебе обещаю. В следующий раз я обязательно возьму тебя с собой. Точно? Точно. Прости. Спасибо. Могу идти? Конечно, конечно. Алло. Тать, это я. Ну что у вас там с этим маньяком? Нашли что-нибудь или нет? Извини, пока не могу тебе ничего сказать. Служебная тайна. Таня, какая к черту тайна? Если ты об этом помнишь, это была и моя дочь тоже. Поэтому я тебя очень прошу, как только вы его найдете. Ты знаешь, если мы что-то найдем, то ты узнаешь об этом первой. Хоть на этом спасибо. Завтра похороны Надюши. Ты об этом помнишь или как? Конечно, как такое забудешь. Ну ты поедешь? Да. Добро, до завтра. Привет, сыщик. Хорош анализировать. Заканчивай свое расследование. Почему заканчивать? Что, Ашот признался? Ну, это дело техники, мы с Азаровым его дожмем. Ну, это я не сомневаюсь. Таня, а что опять не так? Не уверена я по поводу Ашота. Я сегодня проверила одного скинхеда, Сергея Кофтона. Ну? Так вот, Ашота на самом деле ночью очень сильно избили в парке. Сергей и его дружки. Это ничего не значит. Кофтон мог напасть на Ашота, когда тот поджидал комаров в засаде. Но ведь Тигран подтвердил, что Лена ушла от них живая. А показания Тиграна легко разбить. Привязать ему соучастие, он и расколется. То есть вы хотите его просто запугать? Тань, Ашот серийный убийца. Он убивал детей, потом подкладывал их тела в парке. С такими иначе нельзя. Пойдем лучше пообедаем. Извини, мне некогда. Алло, Ильинична, Зина тебе не говорила, в какой клуб она пойдет?
Ну, а что значит забыла? Вспоминай. Как? Да, 33. Спасибо. Пообедали. Да, представьте себе, целая коробка битых бутылок. Что мне теперь с ними делать? На память себе оставить? Нет, я еще раз говорю, целый ящик битых бутылок. Здрасте. Петрова Татьяна Юрьевна, участковая. Где мне менеджер найти? Я менеджер. В чем дело? Так, я не буду за них платить. Ну а чьи это проблемы? Извините, пожалуйста, девушку вот эту видели? Я перезвоню. Давайте проясним ситуацию. Мы не пускаем сюда лиц до 21. Да что вы говорите? Давайте я закрою глаза конкретно вот на этот случай, а вы мне поможете найти. Вы что думаете, что я здесь дежурю возле входа? Я не знаю, кто здесь дежурит. Я думаю, вы меня услышали. Я думаю, вам лучше охранник поможет. Сеня, иди сюда. Видел ту девушку? Такие к нам каждый вечер толпами валят. Попробуй вот всех запомнить. Значит так, я хочу посмотреть записи с камер видеонаблюдения. Это понятно? А у вас есть ордер? Так, хорошо. Вам есть что скрывать? Ну что, нашли что-нибудь? Ага. Мне бы с барменом с вашим поговорить. Так он ушел после смены, по цепной у него. А зачем вам бармен? Ну вот на этой записи он с Зиной разговаривает около барной стойки очень долго. А вот здесь она заплаканная бежит в туалет и сидит там минут 20. Так, поругались, наверное? Да, наверное. Мне надо с ним поговорить прямо сейчас. Слушай, Костя, подумал, а что если на Лену Комарову напали уже после того, как она ушла от Ашота? Ну, на личной площадке или в лифте. Ну, а как убийца туда прошел? Он что, вычислил код домофона? Может, он живет там. Или зашел с кем-нибудь, ждал ее на лестнице. Да нет, я думаю, это не вариант. Она бы сразу закричала, кто-то вышел, поэтому нет, нет. Подъезд не вариант. Зажал рот, пригрозил пистолетом или ножом. Господи, Володь, послушай, это дело выеденного яйца не стоит. Это твой шот через пару дней расколется. Куда он денется? Это Петров твоя запараноила, и ты туда же. Да нет, просто мне кажется, что в Таниных словах есть доля смысла. Ну еще бы тебе не казалось. А? Ты ведь только ее слова слышишь, правда ведь? Володь, баба тебе хорошая нужна. А? А не эта психичка. Ха-ха. Ты послушай моего совета. Завязывай ты с ней. Ты и так вон женой из-за нее развелся. Таня тут ни при чем. Ну, конечно. Это просто совпадение. Встретил ее, через несколько месяцев развелись. Ну, во-первых, развестись была Инина инициатива. А во-вторых, закроем эту тему. Послушай, послушай. Со стороны-то виднее, а? Ладно, все, молчу, молчу, пошли. Нельзя было до вечера подождать. Я только смену отпахал. Там вон насчет Зины. Здравствуйте. Что она опять натворила? Зина пропала, мы ее ищем. Да, на удачу. В каком смысле? Ну, она постоянно пропадает, а потом находится. И что это значит? Мы из Рязани оба, с одного двора. Она с 13 лет за мной бегает. Я как сказал, что в Москву уезжаю, она реветь. Я говорю, малая, не реви. Подрастешь, приезжай ко мне в Москву. Ну, так по приколу сказал. А она через 2 месяца денег накопила и в Москву. С вокзала прямо ко мне. Даже Рдака мне сказала. А у вас с ней какие-то отношения или вы просто дружите? Какие отношения? Девочке 15 лет. Поняла. А вчера она опять заявилась к вам, правильно? Ну да, она подвыпила, опять заявилась. Я говорю, Зин, уходи по-хорошему, или я тебя выставлю из клуба, как несовершеннолетнюю. Но она в слезах так и прождала всю ночь на улице. Что, ждала всю ночь?
Да, это Зина, если она решила, то все. Ну, я вышел. Че делать? Давай подвезу тебя. И в машине еще раз я все популярно объяснил. Сказал, что у меня девушка есть. Она как про девушку услышала, взбесилась. Останови машину, орет, высади меня. Чуть на ходу не выпрыгнула. Но пришлось остановить. Сможете показать место, где ее высадили? Да. Хорошо. Пойдемте. Тут она и выскочила. Не видели, куда она пошла? Вон в сторону своего дома, через парк. А я сразу уехал. Ну, и на взводе был. Ага. Наверное, не надо было ее одну оставлять. Тут полно всяких морозков в том парке по ночам. По-моему, у Зины был такой же баллончик. Да? Угу. Вы, если Зину найдете, вы мне сразу сообщите, ладно? Да, да, конечно. Конечно. Николай Иванович, можно? Заходи. Приятного аппетита. Угу. Спасибо. Будешь? Жена приготовила. Боится, чтобы у меня гастрит не появился. Нет, спасибо. Я, конечно, люблю стряпню вашей жены, но я по другому вопросу. Вы знаете, мне кажется, что гробовщик похитил еще одну жертву. Петрова, ты меня удивляешь. У тебя есть ощущение. Ну ты что, экстрасенс? Может, ты на картах гадаешь, а? Зря вот так. Между прочим, пропала еще одна девушка, Зина Белова. Она очень похожа на предыдущих жертв. Похожа на Лену Комарову. Ей 15 лет. Разве следующей жертве должно быть не 18 лет? Я подумала, что маньяк взял перерыв на 5 лет и сейчас теперь наверстывает упущенное. Есть улики? Да, есть улики. Зина пропала ночью в парке. Там же, в кустах, я нашла перцовый баллончик. Да, перцовый баллончик. Из чего ты решила, что это ее баллончик? А потому что напарница Зины сказала мне, что на днях дала ей точно такой же. Вы понимаете, что нам осталось только взять отпечатки. Там наверняка есть отпечатки и Зины, и этого преступника. Значит так, Петрова, по-хорошему ты не понимаешь. Делом занимается Следственный комитет. Пока с Нестером не утрясется, к расследованию я тебя не допущу. Оружие и удостоверение на стол. Николай Иванович, быстро! Давай. Ощущение у нее. Я могу идти? Идите. Есть. Этот. Ну, давай внимательно смотри. Он самый. Его еще сын давным-давно притащил. Сейчас, наверное, таких уж они делают. Ой, беда! Беда! Зинка, это беда! Так, Ильич, ну все, хватит паниковать. Иди работай. За Зинку я буду волноваться. Найду ее. Я тебе обещаю, ты же меня знаешь. О, ребята, привет. А ты что такой расстегнутый? Замерзнешь? Вы не обращайте внимания. Он еще немного не отошел после вчерашнего. Понятно. Ну что, сильно вчера испугался, да? Слушай, ну ты прости меня, я... Ну прости. А вы не хотите мне помочь в одном расследовании? В расследовании? Угу. А зачем перчатки? Ты же не хочешь, чтобы твои отпечатки остались на улике, правильно? Не хочу. Ну вот. А
А зачем нам краска из принтера? Нам же нужно, чтобы отпечатки проявились, правильно? Точно. Надо чем-нибудь посыпать, я же в кино видела. Правильно. Черный порошок из принтера – это лучшее. Ну, лучшее из того, что у нас есть. Смотрите. Отпечатки поменьше, женские. А вот эти, я думаю, мужские. Ага, теперь вижу. Круто! Угу. Это отпечатки убийцы? Это я и хочу понять. Ну-ка, оторвите мне скорее кусочек скотча. Молодцы. Теперь нам нужно перевести отпечатки на скотч. Аккуратно. И отсканировать. Отсканировать? Ну, на комп кинуть. Ну-ка, разгладь. Только не сильно нажимай. Готово. Отлично. Вуаля. И отпечатки готовы. Здорово. Теперь сканируем? Да, сканируем, обрабатываем фото на компьютере и пробиваем по базе. Сейчас. Мои, у вас? Да. Предупреждать надо, когда детей забираете, я обыскал весь двор. А вы что встали? Давайте собирайтесь домой. Привет. Привет. Ну, наконец-то на моей улице праздник. Сначала маньяка поймали, а теперь Татьяна Юрьевна сама меня пригласила на свидание. Краснов тебе уже сказал? То, что тебя отстранили от дел, да. Тань, ты не переживай, я поговорю с этим Нестеровым. Да нет, что похитили еще одну девушку. Послушай, я нашла газовый баллончик. Мы сняли отпечатки пальцев. Я отправила ребятам в угрозу, попросила пробить по базе. Это Кирилл Ильин. Вот тебе и свидание. Ну ты послушай, он жил в Измайловском парке. Это вся территория, где происходили убийства. Потом был несчастный случай. Он сел пьяный за руль и сбил девочку. И скрылся с места аварии. Его на 5 лет посадили в тюрьму. Вот. И что? Ну, это объясняет то, что он исчез на 5 лет. И потом, я подумала, девочке было 11 лет. Он мог ее похитить, она сбежала, и... Он должен был ее сбить. Допустим. Допустим. До отсидки он работал в кукольном театре. Ты понимаешь, что это такое? Это очень удобно для маньяка. Он мог выслеживать своих жертв. Это могли быть его поклонницы. Ладно, где он сейчас живет? Я не знаю. Я думаю, что мне нужно поговорить с кем-нибудь из работников театра. Таня, а если ты ошибаешься, у тебя опять будут проблемы, а у тебя и так их выше крыши. Ну, конечно. Конечно, я ошибаюсь. Я же простая участковая. Куда мне до вас, до профессионалов? Что, Азаров тебя уже накрутил? Да никто меня не накручивал. И что ты все время... Ты катишь бочку на Азарова. Да потому что жулик твой Азаров, понятно? Ты видел его часы? Знаешь, сколько они стоят? А машина новая? Таня, а ты знаешь, что нехорошо считать деньги в чужом кармане? У Азарова богатые родственники, он зарабатывает на ставках. Я знаю его 10 лет, он прекрасный следак. Да, ты знаешь его 10 лет. И 10 лет ему потакаешь. Ладно, справлюсь и без вашей помощи. Копытца. О, здравствуйте, девушка. Здрасте. А хотите, мы вас на спектакль пригласим? В главных ролях заслуженные артисты. Да, вы присаживайтесь и угощайтесь. Не, ребят, спасибо, я не пью. А вы тут работаете, да? Нет. А вы не актриса? Нет, я из полиции. А, здорово. Здрасте. Я ищу Кирилла Ильина. Не знаете, где он? А, ну да, знаем, но он здесь 5 лет не работает. А что? Он просто проходит очень важным свидетелем по одному делу. Вот не могу его найти. Ильин свидетелем? Угу. Так у него же с башкой не все в порядке. Слушай, ты язык попридержи, уважение нужно иметь к таким людям. Он гениальный художник. Нет, он гениальный, я не спорю. Но в дурке-то он лежал. Да при чем тут дурка вообще? Подумаешь, нервы сдали у парня по молодости. У него папа застрелился. Неудивительно, что Кирюха нервное расстройство заработал. Ну, а в тюрьму он тоже из-за папы попал? Там вообще другое дело. Несчастный случай. Кирюха бы в жизни мухи не обидел. Он детей так любил. У него у самого с дочкой трагедия случилась. А что за трагедия? Да, несчастный случай. Там какой-то лихач сбил. Они праздновали день рождения в парке. Девочка играла с другими детьми, выбежала на дорогу, и вот такая штука. Вот. Он потом сильно запил и бухой за руль сел. Сам девочку сбил. Вообще жесть какая-то. Врагу не пожелаешь. Да.
Адрес мне ее поможет найти? Да мы не знаем. Он после тюрьмы переехал куда-то. Кукол делает, на себя работает. А у него, кстати, свой сайт есть. Можете поискать. Ну, а к нам на спектакль нет? В другой раз. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Кириллу Ильину. Вот звонила ему, назначил мне встречу. По поводу кукол. Пожалуйста, проходите. Кирилл будет с минуты на минуту. Угу. Спасибо. Меня Таня зовут. Меня Аня. Я его жена. И секретарь немного. А вы раздевайтесь, наверное, в кабинете будет удобнее. Да, спасибо. Вы не смотрите, что у нас пока нет рабочего помещения. Кирилл просто не нашел места для офиса и пока принимает клиентов дома. Понятно. А кукол он тоже здесь собирает? Нет, он специально снял гараж, оборудовал там мастерскую. Работает он в основном по ночам. А все свободное время пытается уделять семье. Ну, конечно. Да, я понимаю. Семья, дети. Ну, детей у нас пока нет, но мы ждем нашего первенца. А я подумала, вот эта девочка. А, это Оленька. Дочка Кирилла от первого брака. Она погибла. Это ужасно. Как давно? 14 числа была годовщина, 10 лет. Пришел. Кирюша. К тебе клиент. А, день добрый. Здравствуйте. Кирилл и Лин. Татьяна. Очень приятно. Ну, я пойду, не буду вам мешать. Да. Ну, присаживайтесь. Да, спасибо. Так, ну-с. Для кого будем делать куклу? Для моей дочери. У нее день рождения. Угу. Сколько лет? 10. Ну что ж, знаете, я могу сделать для нее куклу мечты. А вы немного расскажите мне о вашей дочери. Какие куклы ей нравятся? Чем она увлекается? Надя очень любит сказки. Да, у нее масса книг с иллюстрациями, картинками. Еще она мечтала быть балериной. А, почему мечтала? А сейчас не мечтает? А сейчас она мечтает быть ветеринаром. Начиталась Айболита, хочет лечить животных. Ну, знаете, как это бывает. Ну, да, да, да. Моя тоже очень любила Айболита. Ой, простите меня. Да, Аня мне рассказала. Да, ничего, это было уже очень давно. Давайте, Таня, вернемся к разговору о вашей дочери. Да, да, конечно. Моя дочь. Моя дочь. Знаете что? Я вот что подумала. Может быть, можно сделать для Нади куклу из спящей красавицы? Такую красивую куклу с веретеном. Она очень любит эту сказку. Вы уверены? Знаете, это же очень грустный сюжет. Она уколет себе веретеном палец и погибнет. Почему же погибнет? Она уколет веретеном палец и уснет. А потом придет принц и поцелует ее, и она живет. Разве нет? Да. Как хотите. Как говорится, хозяин барин. Простите. А, да, пожалуйста. Значит так, я набросаю несколько эскизов, и мы с вами встретимся на следующей неделе. Вторник подойдет? Нет, нет, нет. Вторник, это очень поздно, у меня день рождения в воскресенье. А вы знаете что, я могу приехать к вам в мастерскую. Я никого не пускаю в свою мастерскую. Моя мастерская – это мое личное пространство.
А, конечно, я понимаю. Ну вот, да. У меня есть окно завтра вечером. Приезжайте сюда к 6 часам. Хорошо? Прекрасно. Да. Всего доброго. Честь тебе. Господи, как же ты меня напугал? Что ты здесь делаешь? За тобой слежу, чтобы ты Кирилла и Лена не отправил в нокаут где-нибудь в подворотне. Мне нужно осмотреть гараж. Понимаешь, возможно, он там прячет Зину. Тань, ты бредишь. Поехали отсюда. Да никуда я не поеду, пока не осмотрю гараж. Хорошо, если я осмотрю этот чертов гараж. Ты поедешь со мной? Как ты это сделаешь? Нужен ордер. А ордера у нас нет. Нужно ждать, пока Кирилл уйдет. Понимаешь? Я тебя умоляю. Номер гаража знаешь? Да, 119-й. Учись, пока я жив. Митька! Митька, открывай! Здравствуйте. Чем могу помочь? А вы кто? А где Митька? Какой еще Митька? Что значит, какой Митька? Ну, Митька, брат, ну. Это же его гараж. Он мне машину обещал показать. Митян? Мне очень жаль, но вы ошиблись. Это мой гараж. Это мальчик, девочка. Что вы себе позволяете? А что это за фабрика кукол? Митька! Ну, где ты прячешься? Мне что, охрану позвать? Я уже арендую этот гараж целых полгода, и никакого Митьки здесь быть не может. Уходите. Как это ты арендуете? Очень просто. Мне что, договор показать? Митька! Нет, Митьки. Я по-хорошему прошу вас, уйдите. Да. Господи. О, прости. Все, я ушел. Угу. Слушай, может, ты... Уйдите. Все, я ушел. Ну что? Ничего, поехали отсюда. Ну подожди, и Зины там нет? Да нет там никого, и Кирилл твой выглядит вполне приличным человеком. Да этого не может быть. Но я стал бы тебе врать о таких вещах. Поехали. Значит так, Петрова. Сначала ты массажистов достаешь, теперь кукольников, да? Он подозреваемый, я его проверял. Если надо, Лина проверит следователь. И для этого нужны ордер, протокол, улики. Да нет у нас времени на протоколы. Ильин, понимаете, полностью подходит под профиль серийного убийцы. Место, где пропала Зина, как раз находится между домом Ильина и гаражом, где он работал по ночам. Потом он лежал в психиатрической больнице. А у всех жертв в крови следы психотропного препарата. 14 число, день рождения у погибшей дочери, которое он, я думаю, отмечает убийством. Значит так, гробовщиком занимаются Наумов и Азаров. Все материалы мы им передадим, пусть они разбираются. Ну ты, ну пожалуйста, ну не лезь ты туда, ну!
Кость, ну куда ты пропал? Ну, одного типа надо допросить, подозреваемый Петровой. Господи, опять Петрова. Да она же в каждом столбе видит подозреваемого. Значит, будем допрашивать столбы. Послушай, а подозреваемый не может подождать? Если бы был срочный вызов, зачем допрашивать ночью? Я не понимаю. Ну, хватит уже жить на работе, а? Ну, значит, вот такой я дурак. Живу на работе. Ты все интересовался, почему мы с женой развелись. Так вот, именно поэтому и развелись. Не нравилась ей такая жизнь. Да. А вы действительно с Петровой? Два сапога пара. Не буду спорить. По крайней мере, мы с ней разговариваем на одном языке. Понимаю. Понимаю. Татьяна, как вы меня нашли? А, ваша жена дала мне адрес мастерской. Вы знаете, я подумала, что я свою дочку знаю лучше. Давайте вместе придумывать куклу. Вы знаете, ваш эскиз еще не готов. И к тому же я не могу сейчас заняться вашей куклой. У меня срочный заказ для театра. А можно я тогда просто посмотрю, как вы работаете? Мне очень интересно. Нет, я, вы знаете ли, работаю один, принципиально. Иначе не могу. Приходите завтра в 6. Ладно, к черту кукол. Я из полиции. Из полиции? А я что-то сделал? А вот это мы сейчас проверим. Стойте! Покажите ваше удостоверение. А я в машине его забыла. Покажите ваше удостоверение, или я вызываю настоящую полицию. Вызывайте. Так, я не знаю, что вы здесь ищете, но очевидно, что этого здесь нет. Очевидно, очевидно. Подвал? Разрешите, я посмотрю. Я вызываю полицию. Вызываю! Что вы делаете? Водил яд своим жертвам. Тортик. Оригинально. Вы в порядке? Да, я в порядке. Он сказал, чтобы я съела торт. Что он потом меня отпустит. Он сказал, что убьет меня, если я не съем его. Тань, посмотри. Здесь фотографии всех его жертв. И среди них нет Нади. Я думаю, кукольное платье он сшил самостоятельно. Зачем ему лишние свидетели? Материала достаточно. А почему кукол? Ольга все хотела куклу. Я обещал ей сделать. И не успел. Бедненькая моя спящая красавица. Она выглядела бы вот так же год назад, если бы ты жила до 15 лет. Успокойтесь.
Успокойтесь. Теперь все будет хорошо. Вы в безопасности. Сейчас приедут наши сотрудники. Все, милая, все. Все, милая, все. Сейчас попьешь чаю горячего, успокоишься. Ой, застудилась ты. Давай. Дин, мы, наверное, отвезем тебя в больницу. Там пускай тебя обследуют на всякий случай. Что теперь со мной будет? Ну, это уже тебе решать. Или с Ильиничной дворы мести, или... В общем, я бы тебе советовала ехать домой. Я бы вернулась, но у меня совсем нет денег. За это ты не переживай, денег я тебе дам. Даже не думай, я сам оплачу поездку. Это как-то реабилитируюсь. Тань, можно с тобой поговорить? Ага. Я только что допрашивал Ильина. Он рассказал про всех девочек. Наше счастье, что мы его вовремя остановили. То было бы еще 4 жертвы. Одной за каждый год, что он пропустил, сидя в тюрьме. Спросил его про Надю? Да. Он ничего о ней не знает. Послушай, можно я с ним поговорю, а? Тань, зачем? Я показал ему Надину фотографию. Он в глаза ее не видел. Да. Какой смысл ему врать, если он во всем сознался? Да, да, да. Володь, спасибо тебе огромное. Ну что, ударники, поздравляю. Хорошо сработали, молодцы. Так. Петрова, на, возвращаю, заслужила. А как же мое бумажное заточение? Закончено. Нестеров забрал заявление. Слушай, только не надо на меня так смотреть. Если бы ты знал, каких трудов мне все это стоило во всем разобраться. Не надо так смотреть. Пожалуйста, обращайтесь. Нормально. Тань, Танюш, родные мои, приехали. Вставай, вставай, пойдем. Осторожно. Ой, Господи, помилуй. Андрюш, а? Я тебя проводила, а дальше ты сам, ладно? Подожди, Тань, почему сам? Подожди. Ты все-таки не хочешь прощаться с Надей, да? Нет, не хочу. Для меня она жива. Ты... Ну, в общем, если тебе так будет легче, ты иди. Иди, правда, я не буду тебя осуждать. Зачем ты тогда сюда приехала? Я приехала просто тебя поддержать. Иди. Иди. Подожди меня в машине, ага. Тогда, ладно?